И всем привет, ребята! Вы на канале Лимончик, и сегодня мы будем играть в Икеюшку. Заходим через Богдана. Это же вроде Богдан, да? Просто он ник поменял, я как-то забыла. Вроде бы Богдан, да. Ого! Ого! Пипец, заспавнилось. Ого. О, я вышла. Смотрите, а тут много складов. Очень. Много складов. Мне даже... О, да, они даже чистые. Даже не использованные. Это хорошо. Очень. Ой, все, у меня звук включился. Не, ну давайте тогда строить тут дом, почему бы и нет. Склад. Много же склад этого досок. Даже склад, прикиньте, не использованный, ни капельки. Ну-ка, а тот. Надо просто место найти для дома. Они вообще не использованы, эти склады, прикольно. И охранников вроде бы рядом даже никаких нету. Вообще клёво. Там еще один вдалеке склад. Офигеть. Ну давайте, знаете, дом, наверное, тут построим. Вот прям здесь хочу, почему бы и нет. Вот здесь сейчас поставлю метку. Дом... Все, я, ну, как бы сделала меточку такую. Тут и столовая рядом. Пипец, мне повезло. Но мы будем вот здесь, думаю, строить, потому что здесь как-то места много. Очень. И как-то хорошо бы было, наверное. Ну, смотрите, вот так входишь, опа, тут кухня, опа, тут еще что-нибудь. Сейчас сделаем, короче. Так. Давайте вот так. Я думаю, 2 или 3 этажа, в принципе, хватит. Ну, думаю, да, хватит 3 этажа или 2. Тут просто досок много. Я думаю, нам на много этажов тоже хватит. Тут очень много досок. Так, смотрите, уже половина. Я просто освещу, чтобы пришли сюда мои подписчики, если они вдруг зайдут, потому что я могу резко не увидеть. Почему бы просто, знаете, думаю, так не расширить и все. Зачем нам именно так? Именно двухэтажный. Давайте просто дом вширь расширим. И все. А что тут еще поблизости есть? У нас зона, конечно, такая не очень. Я ее выбрала, ну ладно. Тут вширь, наверное, не получится. Хотя или получится. Типа вот здесь такая комната, офис. Но я хочу, знаете, вот эту комнату, чтобы чисто здесь был, считай, как мой офис. Такой офис. Я буду стараться строить изо всех сил. Нести доски. Строить. Работать. Знаете, я, короче, сегодня... Сегодня, наверное, пойду гулять, если мы пойдем с друзьями в место, то куда?
смысле, это VIP? А что за девка пришла? Да. Кто это? Я? Я. Я лимончик. Из. Что за лимончик? Из. Из. Ну, если подругу, на то сейчас. Сейчас, подождите, сколько у меня подписчиков? У меня много подписчиков. А 500, 9, 9, 3. Это что за хата такая? Лимончик, у меня 9 подписчиков. О. Ого. Поза. Ого, поздравляю. А это випка получается. Мне говоришь, что надо 10. Я помогу тебе да, хорошо. Я помогу. Я помогу. Раз он на ви... Вау! Ого. Что за хата? Я сделала дом свой. Я не знаю, что... не... Мой не разбирать. Окей. Окей. А, я магазин сделаю. Я могу вещи приносить, ничего себе. Я могу вещи спамить. Ого! Он мне сделал какую-то штуку. Не знаю, что это за штука. Я давно випкой не пользовалась. Ну ладно. Я постараюсь. Так. Ну что ты молчишь? Я тебе випку дал, так... Хорошо. Хорошо. Я думаю, вот тут. Тут будет магазин. Тут будет магазин. Я тогда тут метку поставлю.
Как этой пользоваться штукой? Научите. Что это? Да. Что? Как этой штукой пользоваться? Это не то. Это не то. Что тут такое? Как ей пользоваться? Что это такое? Как ей пользоваться? Тут все на английском. Как? Вип. Кой. Блин, випкой пользоваться. Ой. Со. В. Как випкой пользоваться? Я не знаю. Подождите. Как? Что за... Как наспамить вещи мне? Вещи нужны. Тайм. Но тут пусто везде. Блин. Это мод. Как? Что ей делать? Научи. Как работать? Фуд-день. Это какое-то тайм, время. Стой, подождите. Дайте переводчик возьму. Даже как перевод? Где переводчик? А, 6 квадратов нажимаешь, там у тебя что-то загадывается, листай вниз, какой тебе надо предмет. 6 квадратов. 6 квадрат. А, 6 квадрат. И выбирать пример, который мне... Так тут нету. У меня дом... Все. Что это такое? Что, подожди, шестой квадрат нажимаешь, там... Какой шестой-то ты мне скажи? Тут все шестые, как я понимаю. Мне нету этой штуки. Как выбирать? Я не знаю. Научите. Что это? Куда я попала? Подождите, я Яндекс еще не... Верните меня обратно. Блин. Где я? Я что, прыгаю? Где я? Вот именно где я? Я не понимаю, где я? Я улетела. Подожди, стой. Алиса, включи умную камеру. И чё? Да ты... Ничего не работает, я выхожу. Блин, перезайду. Не работает у меня бяка. Научите меня пользоваться, переводчик. Наготове держим. Куда я опять улетела? Ми. Вылети. Лимончик спас. Вести.
Где я? Вытащите меня отсюда. Ладно, я сдохну. Я не знаю, что делать, у меня не получается. Я давно випкой не пользовалась. Совсем давно. Где мой дом? Я магазин вообще хотела построить. Телепорт не меня. Телепорт не меня. Я не знаю, как работать. Что тут делать надо? Как жить? Куда? Помогите. О, господи. А я Ой. Ого. Ого. А где я? Это фиаско. Ого. Ты сняла мой домик? Да. У меня метки только нету. Я тыка. Я тыкала что-то. Простите. Я просто тыкала. Была туда телепортнулся, дома нет. Блин, просто я случайно, я не знала, где я не знаю, что я улетела. Мне вообще вылетело. А куда он вообще? Это не ты виновата, а випка. Давай могу зим построим. Давай магазин построим. Почему бы и нет? Мы вообще вдвоем с ним остались. Ок. Все, давай строим магазин. Мы одни. Я вижу, что мы одни. Я не знаю, куда все исчезли. Блин, куда? Где бы сделать магаз? Разве я не тут была? А, вот тут. Я могу создать палеты. Тут. Тут будем. Ну тут будем строить, тут много мест. Ща, Д. Пусть Д будет. Пес, сколько он палет там наспамил? Я не знаю, как работать с випкой. Я просто что-то тыкала. Я думала, мне что-то поможет. Я не знаю, как работать с випкой. Простите, пожалуйста, я совсем давно не работала. У меня раньше вообще было на русском все. Поэтому я только на русском понимаю.
Капец, тут палета спамнится просто. Дай я поставлю. Дай. Я выкину это. Это цветочек. Ты мой цветочек, мой милый ангелочек, пригрей меня разочек, прижми к своей груди. Как я понимаю, мне больше переводчик не нужен, я им не работаю. Что делать? Как я понимаю, он тоже шибко пользоваться не умеет, он просто наспамил кучу досок. Да, закрывай, короче. Я буду тыкать. Тут окна, ок. 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 Пусть там окно. Мы вообще по логике могли взять с склада доску. Не, ну если по логике посмотреть, мы вокруг склада, мы могли просто взять кучу досок. Ну ладно. Что делать? Тут слишком много досок. Как работать? Меня завалил ими. На, работай. Я работаю, ты тоже работай. Пофиг, что неровно. Я не умею работать. А чё день не заканчивается? А чё? А тут слишком много досок, как я поняла. Ну тут... Я не знаю, зачем нам столько досок. Но пусть это для кого-нибудь раем будет. Ура! Я хотел сказать. Все, я хотел сказать. Блин, я поцарапалась. Ого! Работаем дальше. Подождите, мне тут в группе компании написали. Кто гуляет? Две человека не идут гулять. Пипец. О май герлд. Не, ну я пытаюсь. Да, ставь. Ставь, ставь, ставь. Тут дай я поставлю. Это командная работа. А я работаю.
Я не знаю, он не держится, скорее всего. Этот шкаф. Вот. Ого! А он мне шкафы кидает. Давай. О, даже приугадал. Тебе. Много. Теперь много-много еды. Нам надо просто дофига еды. Это магазин, потому что. Давай, просто куча еды наспамим. Мне кажется, это рай какой-то. Окей, а можно было... фу... Ой. Ой, страшный. Там страшный какой-то, ты серьезно? Еды. Просто куча еды, много. Тра-та-та, 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 тра-та-та. Вот ты света много сделал. Мишка. Пипец, бесконечную еду наспамил. Так. Тут пусть аптечки будут. Тут пусть мороженое. А, еще еду на спальню. Я пока мороженое размещу, потому что у нас мороженое, как я вижу, очень много. А нам надо его желательно разместить до конца. Сколько времени? Времени? Ну, времени нормально, в принципе. О, чипсы.
Что попадется, то и складываем. Спасибо. О, мне сделали еще бесконечно, чтоб я не ела, не уставала, ничего. Да, находи еще желательно, потому что, ну почему бы и нет? Сделаем просто кучу еды. А я пока расставлю, пока он там ищет. Он корзинки решил заспамить. Вот случайно куча этих корзинок на спаме. Ой, у нас мороженое закончилось. Ладно, я ему еще скажу, чтобы он еще потом заспамил. А мы спать, да? Вот так, да. Раскладывай, раскладывай. Тут чипсы, допустим. А я не знаю, если... А если он столько еды, типа, не найдет, что делать будем? А хотя ладно, как-то все равно. Мы просто будем расставлять. Знаете, я думаю, типа, если вот будет у нас серьезно так слишком много еды, много, то почему бы и нет, почему бы, ну, как бы игрушки не сделать, будет, типа, там игрушки стоять, кассу потом сделаем. Что она летает как-то. Ладно, пусть летает, у нас нет других вариантов. Есть пицца. А он слишком много что-то блюдов этих заспамил, ну ладно. Пицца. Не знаю, будем пихать. Ой, тут закончилось блюдо. Пончик. Чипсы. Что попадется, то, видимо, мы и будем ставить, да? Да. Мне надо помочь, конечно, я буду один магазин так обставлять, тут все полки разом.
Колу давайте здесь, что ли, поставим. Он вмещает, в общем, это все туда. А, кола закончилась, да? Вторая кола. Так. Почему ты, ну, а почему? А, он из-за этого же. Блин, я не знаю, что ему еще сказать, потому что я об этом как-то планировала рассказать позже. Когда уже вырасту, когда я со школы уйду. Здесь я снимаю сейчас. А, он туда газировку решил эту уносить? Это что? Я не знаю, как еще объяснить. Я, как вы говорила, вроде бы, что меня издеваются надо мной в школе. Я вынуждена ходить в маске почти всю жизнь. Я вырасту, буду в маске ходить теперь всю жизнь. Меня... Ну, у нас, видимо, одна и та же газировка будет пусть везде. Почему? Ого, он торт нашел, прикиньте. А что в тот момент случилось? Я в школу. Я в школу эту пришла. И все. Я пришла, и надо мной начали издеваться, допустим. Надо мной издеваются за то, что я родилась. Как бы так. Окей, он в АФК, ладно. Давайте пока что попробуем как-нибудь сделать много чего, пока его не будет. Я хочу успеть расставить эту еду и уже пойти, может быть, за новым. Мне кажется, он недолго будет, ну ладно. Будет недолго, допустим. Я похожу, могу поискать еды пока что. Либо же сделать стены еще плюсом, или сделать новый вход. Ой. Тихо, баночка. Банка, стой. Банка. Банка убегает. Тут их слишком много. Но я думаю, мне хватит, чтобы расставить здесь полностью все это. Не хватит, я пойду в столовую, наверное, собирать. Как я поняла, у нас круглосуточный день.
Ну ничего страшного. Давайте, ребят, я, может быть... О, тут яблоки появились. Давайте я вам что-нибудь, может быть, расскажу интересненько, потому что как-то сидим, молчим, скучно. Давайте, допустим, я вам расскажу... Вот у меня сейчас лето наступило. Уже. Мы с друзьями вот сейчас гуляем, у нас компания там дебилов, как вы понимаете. Вот. А, он уже тут. А он тут уже. Как я поняла, вроде бы он тут уже. Я просто притащу кучу сейчас еды разной. Пицца, пепперони, итальяно. Так. Не, я пытаюсь как-то сделать обстановку эту более развлекательной, но у нас как-то это криво получается. Думаю, он сейчас офигеет за то, что я тут ему кучу уже притащила всего. Ну, раз у нас речь, как я понимаю, про маску зашла, давайте я вам сразу скажу. Маску я вообще не снимаю, слово совсем. Даже когда я нахожусь иногда дома, я ее не снимаю. Мне как-то так комфортнее стало жить. Намного я просто хожу в ней и привыкшая уже полностью к ней. Я не привыкла ходить как-то без нее. Мне, то есть, намного удобнее, когда я в маске. Смотрите, я уже как-то все расставила более-менее. Ну как вам? Мне нравится пока что. Я столько еды первый раз вижу. Так, блюдо. Это пончики. Это торт. Это газировка. Он начал работать. Ура! Мы не одни. Ты скажешь, что ты так криво ставишь? Я просто работаю. Ой, он шоколадку какую-то поставил. Ну ладно. Он замечает, что у нас вообще тут газировки разные как-то. Ну ладно. Нам еще место для воды надо. Нам, в принципе, еще желательно место надо, потому что у нас мест нет. А куда воду, кстати, да? Сейчас я определюсь, куда воду. Не, пусть вода вот тут внизу будет. Пусть у нас вода тут внизу будет как-то.
Там пиццу, считай, не видно уже. Так, пицца. Пицца итальяно, пепперони. Тут шоколадка. Шоколадку куда? Что ли за шоколадка? Ну, давайте сюда, что ли, положим. Яблоки? Яблоки, да? Я правильно понимаю? Давайте фрукты вот здесь у аптечек. Это же фрукты. Ты любишь сыр? Ну, на 50 на 50, а на 50 на 50. Я как-то, знаете, ровно к чисто к сыру отношусь. Я не очень прям его обожаю тоже. Он тоже так, ну ладно. У нас печеньки еще. И блин, куда все печеньки тоже со всеми этими сувать? У нас места-то как бы немного. А печеньки? Я не знаю, как еще показать. Куда печеньки сунуть? Их некуда пихать. Блин. Ну, давайте тут печенье. Там на первой полке пусть печеньки лежат. И еще. Ты была в Ютубе, я слышала. Нет. Да. Это. Да. Я и Ле. Я и пылесосом была. Да, я помню, да, я была печенюшкой, я была пылесосом. Это воспоминания и ошибки прошлого. Он много опять наспамил. Так. Лимоны, лимоны. Ну, давайте туда, на нижнюю полку. Не выкатывайся. Выкатился, блин. О! Еще? Куда столько всего? У нас еще даже яблоки не закончились, прикинь. Ну, ладно, мы затолкаем. Мне вот этих вот надо бы засунуть до конца. Мне как-то не так много. И чипсы. Я хочу чипсы посмотреть, как чисто будет так много пачек. Это возрастание. Так. Он будет помогать мне или я сама? Потому что я уже как час, как бы сама, считай, пиличу. Смотрите, я уже сколько у нас сделали мы. Я как-то много сделала, думаю. Ну ладно, ничего страшного. Блин, а как на первую полку туда поставить? Тяжело, прикинь, братан, тяжело на первую полку ставить. Кола.
Мне банка нужна. Я не знаю, зачем я свистнула, ну ладно. Рассмешила. А смысл мне не верить? А, что, банки опять закончились? Пипец, я в шоке. Банки, прикиньте, заканчиваются как быстро. Понятно. Давай, работай до конца. У нас работ не так уж и много. Я вон, смотри, сколько сделала всякого. Нам еще над входом работать. Не, Люд, давайте как-то ускоримся, что ли. Как-то. Что-то мы медленно работаем, я замечаю. Опа. Не, ну, наверное, потому что я одна тут работаю, наверное. Извини, я себя обидела, но реально я тут одна, считай, как будто пахаю. Блин, когда эта кола закончится, тут уже сувать ее некуда. Не знаю, суем куда угодно уже. А снизу вода просто, а сверху кола еще. Суем. Колу. У нас уже ее реально сувать некуда. Куда? О, последняя. Давай сюда. О, прекрасно. Дайте чипсы. Я хочу чипсов покидать. Мне чипсы нравятся сувать. Они такие, как-то, знаете, удобные. Газировка. Хот-дог. Нам все, короче, подряд попадается. Куда? Пофиг, уже криво будем сувать. Ну и ладно. Опять закончились чипсы. Что ж такое? А что так криво поставил? А что так криво-то поставил тоже? Мой умница, блин. У нас чипсов не так уж и много, чтобы их так ставить. У нас одна с колой переполнена просто штука. У нас с колой штука переполнена, вы в курсе? Она просто... Как бы есть, но как бы нет. Нам еще внизу осталась полка. Короче, пусть он там пока работает. Еще я тут немножко с вами поговорю о жизни. Пока тут все расставлю внизу. Потому что, смотрите, вода некончаемая. А ее сувать куда-то надо. Я черепаха. Ну, кстати, я соглашусь, ты реально черепаха, потому что я блин, вон сколько работаю. Я что, Соник Турбо? Ну, то есть он серьезно черепаха. И думал, он реально пошутил. Мяу. Я не знаю, что это. Так пусть определится, ты кто-то вообще.
Блин, определись, ты кот или черепаха? Как-то непонятно. Работай! Не стой на месте, работай, давай, я одна работать не хочу. Дай поставлю лимон. Лимонов тоже наспамил, капец. А я одна работаю. Соня, вышкребай. Я уже, не знаете, не смотрю на ровность. С самого начала думала, надо ровно, красиво. Сейчас я понимаю, что я хочу гулять, а доработать-то надо. Это шоколадка какая-то плоская, вы заметили? Да и ладно, я просто ее кину как-нибудь тут. Ай. Ай. Только не говори, что тебе пора, я тут одна не справлюсь. На випке надо строить. На випке и надо строить. Ага. Не знаю, я как-то... Ты тут пос... Наконец-то вода закончилась. Спустя долгих лет там еще одна вода стоит. Короче, я ему буду кидать... На, ты лимоны расставишь. Я ему кидаю их. На, ты сам определись, что с ними делать. Как... А, ну он тут стоит. Работает. Так, на этих 6 минут нечего, быстрее по раду на випке можно сделать время бесконечное. Не знаете, знаю, почему я не очень сильно люблю випки. Во-первых, я понимаю, что я вообще в них не разбираюсь. А во-вторых, когда ты реально сам строишь, вот здесь есть то, что ты не зря это строил, потому что ты искал это, ты реально сам это строил, не на випке, вот. А когда на випке, ты знаешь, чисто просто такой, я тут заспавнил, настроил, а здесь ты сам нашел, сам нас построил, это уже гордость, считай. Много у нас. А тебя не смущает, сколько у нас холлы? Будь здоров! Так. А я работаю. Я продолжаю печеньки раскладывать. Он там еще таких же печенек, как я понимаю, наспамил. Надо его попросить, пусть он другой еды спамит, потому что у нас напитков, во-первых, уже есть. Сколько видео длится уже? Ну, час будет, час. Поэтому можно написать час. В принципе, бургер, ура! Сколько времени? Уже 16:02. Я его попрошу, пусть он нас спамит, короче, знаете, той еды, которой у нас мало, потому что я вижу, у нас некоторой еды вообще мало очень. А он медленно работает. Очень медленно. Сейчас давайте мы напишем нас по еды, которой мало. Нас по еды, которой мало.
Потому что, блин, куда нам это еще все сувать-то? Допустим, у нас уже пончиков тут объесться можно. Я не знаю, любой человек в мире, наверное, мечтал бы о таком количестве пончиков. Только не там спать. А. Покупателей? Ты серьезно? Мы еще не сделали половину, у нас там пусто. Я не знаю, у нас эта еда есть. Кассу забыли. Ну да. И декор. Ну, у нас слишком много еды. Я думаю, уже бессмысленно как-то с тем справляться. А это типа он тут делает, короче, работает. Так. Не знаю зачем, но почему бы и нет? Согласитесь, прикольно выглядит так. Я не знаю, как он, но подожди, надо ща. Нам нужна касса. Нам нужна касса. Я кассу делаю. А где кассу мы сделаем? А зачем ты свистишь? Мы же одни. Просто так. А где мы кассу сделаем? А где кассу будет? Будет. Угу. Тут. Тут будет. А, ну ладно. Тут. А он не понимает, что я сейчас уйду скоро, потому что я уже устала, и мне пора идти на улицу гулять. Мы уже час снимаем.
Так. Не, пусть это будет касса. Это касса. Да блин. А нам нужен маленький компьютер. А нам нужен маленький компьютер. Оу, тут есть игрушки. Кстати, давайте игрушки принесем. Почему бы и нет? Это будет, знаете, такой вот декор. Надо ему написать, чтобы он цветы нужны. Цветы нужны. Цветы нужны. Ну, типа, пусть будут цветы у нас, почему бы и нет? Красиво поставила, я даже не стараюсь. У нас еще тут игрушка должна быть. Ого, росомаха. Пипец, он тут мне цветов наспамнил. Ну ладно, мне столько цветов нравится, я всегда люблю. Не, нам нужны одинаковые желательно. Сейчас этот цветок, что с ним делать? Такой выход, знаете, красивый. О май гирл, смотрите, мне нравится. Тут еще один цветок есть, но я его, пожалуй, выкину. Потому что у нас сейчас и так их много очень. Вот тут давайте такие вот посадим. Как раз хватило. Ого. А, это такая работа, да? Сверхработа. Работа каждый день. Я хочу что-нибудь принести, знаете, интересное. Гирлянды бы принести, конечно, но гирлянд нету. Или хотя... Ладно. О, я тебя смотрю с... 3000 подписчиков. Ого. Мы делаем.
Магазин. Мы сделали магазин. Вот, смотрите, тут такой вот, я как понимаю, вход. Вот так мы входим. Здесь можно. Нет, еще все. Все. Одну двигать. Нет. Еще не одну. Одну ди. Этот пусть домой уходит тогда. Он уходит. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот такая вот у нас вход здесь. Тут можно покушать. Тут у нас вот есть много этих. Капец, ты красную аж дорожку захотел, да, сделать? Как я поняла, у нас ковриков нет. Ты красной дорожки решил, да, сделать? А зачем у нас столько? Вот и все. Это красная дорожка. Вот так. Ну. Все. Мне. Пора. Все, мы были на канале Лимончика и на канале, как я понимаю, мальчика. Вы были на канале Лимончик. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всех целую. Муа, пока.